Волейбольный клуб «Владимир» провел игры третьего тура чемпионата России высшей лиги «Б» со 100% результатом. Наша команда по два раза одолела белгородский «Технолог Белогорья» и калужскую «АКУ». Удачная игра в третьем туре позволила нашей команде почти вплотную приблизиться к прямому конкуренту за выход в финал – «Элвари Сахалин». Сейчас островитяне опережают нашу команду, правда, они провели на 4 игры больше, и у владимирской команды неплохие шансы их опередить в заочной борьбе и одолеть в личных встречах. Главный тренер нашей команды Денис Горкушенко отметил, что доволен результатом. Теперь нам предстоит очередной непростой выездной тур, в котором придется сыграть против аутсайдера – волейбольного клуба «Ростов-Волей» из Ростова-на-Дону и одним из лидеров зонального турнира – майкопским «Динамо МГТУ». Команда плодотворно готовилась к выезду в город Калугу. Учли все недостатки, которые были в нашей игре на домашнем туре, когда мы играли с командами Сахалина и Искры Подмосковья. Поэтому задача стояла взять максимальное количество очков на туре в Калуге, что нам и удалось сделать. Мы очень рады такому обстоятельству и надеемся, что в дальнейшем команда будет проявлять только свои лучшие качества. И сейчас готовимся к четвертому туру, который состоится в городе Майкопе с 9 по 13 декабря.